Я хочу сказать несколько слов. Обычно в это время мы поздравляем друг друга с Новым годом. Однако мы поняли, что для университета еще более важно другое развлечение. Днем рождения! Я тоже люблю, чтобы дня рождения людей было немного, но как-то в то же время хочется, чтобы много. Но у меня была, наверное, самая большая лекция. Как не под запись, будто бы никто не услышит. На даче, было жаркое лето. Но я думаю, это точно не касается университета. Однако я очень хорошо помню те времена. Крокодил Гена и Чебурашка, и дядя Федор. Прошло, значит, почти 50 лет, и фиксики. Ну, было мало хайпа. Однако знакомство, потом приятельство, потом товарищество, потом дружба, потом любовь. Майнкрафт — это будет очень круто. Бабах, классно, выиграли что-нибудь. Вообще, краш — это... Игорь Михайлович Ремаренко! Добрые, чуткие, восприимчивые ко всему новому.